Разница между прибылью и убытком башкирских компаний составила плюс 178,5 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Башкортостанстат. С января по апрель текущего года 765 компаний удалось получить прибыль. Суммарно она составила 192 миллиарда рублей. А 300 организаций закончили период с суммарным убытком в 13 миллиардов. Среди отраслей, в которых замечена наибольшая доля прибыльных организаций, выделяют торговлю, сельское, лесное хозяйство, электро- и газоснабжение, обрабатывающее производство, медицина. Напомню, что в прошлом году компании региона показали рост показателя прибыль минус убыток в 3,2 раза по сравнению с 2020 годом. При этом в 2020 году наблюдалось резкое падение финансовых показателей на фоне пандемии коронавируса.